В городском парке Саратова презентовали дома, но не для людей, а для птиц. Здесь подводили итоги областного конкурса на лучший скворечник. Победители выбрали в трех номинациях – самый креативный, самый удобный и самый красивый домик для птиц. Из 70 представленных на конкурс работ жюри выбрало 9 лучших. В этом году в тренде оказались скворечники в виде украинской хаты – с забором и подсолнухами. Пожалуй, самый необычный по форме домик-цветок сделал школьник Данил Алексеев из Новобуратского района. Сразу после награждения авторов их работы развесили в городском парке. Этот домик мне помогал делать дядя. Мы с ним сначала рисовали, придумывали эскизы, а потом вместе его делали. Колотить помогал, пилить нет. Решили птичкам помочь приобрести новый домик. Ребенку папа вот решил сколотить такой скворечник. А разукрашили вместе. Почитали в интернете, что там птичка. Какие-то размеры вот есть там поменьше, но мы более-менее оптимальный вариант выбрали. Такой.